абсолютным чемпионом Санкт-Петербурга, Ленобласти становится Александр Кадзаев, номер 98. Пусть сторонний, после Питера было так сложновато. Мне после каждого турнира я тяжело отхожу. Тяжело почему? Потому что там же все же обезвоживание, плюс еще ужимаешься, там углеводы урезаешь. Ну, многие у своих, как говорится, свои секреты у каждого. И пару дней мне очень тяжело. Потому что попьешь, водой наполнишься, уже у меня начинает давление. Пару дней отдохнул я, немножко наполнился углеводами, убрал сейчас кардио, потому что обмен веществ уже раскрутился, можно перегореть, кардио убрал. И вот только сейчас работа с железом. На самом деле подготовка, думал, что будет попроще, и где-то, я думаю, за 2-3 недели пошли слухи, что приедет Виталий Александров, может, москвичи. Там уже, конечно, интрига была уже как-то так пожестче, уже все. В основном больше масла в огонь подливал, говорю, вот Виталий Александров. Последний раз с ним выступал в 2005 году на «Железном мире». Он очень сильный спортсмен, у него есть очень много сильных сторон, произволка хотя бы ионная. Поэтому даже весил меньше, чем планировал. Даже вот эти там 1,5-2 килограмма за счет Виталии там сказалось. Он так. Я каждое соревнование записываю и анализирую. И понимаю свои сильные и слабые стороны, и где-то промахи в подготовке. И некоторые промахи в этой подготовке я учел. Для себя, что мне надо было, что не надо было. И я думаю, что пожестче и покачественнее я смогу быть на Атлетик Альянс. Буду стараться, по крайней мере. Я знаю, что для этого нужно сделать.